Не дотронулся, и я запомню этот день так страшно, он запомнился. Мы мечтали, с тобой мечтали. О, у меня чат виден. Круто. Ну, чата не видно пока. Пока только цифры видны. О, привет. Hello. А сегодня на таких движениях. Hello. Что такое, Сань? Я спорт. Ты видишь эти банки? Глаза поосторожнее держи. Нет, это если у меня враги какие-то супер хейтеры будут, наверное, только тогда. Но есть тут один уже. Один уже есть тут. Я видела уже. Глазом приметила одного. А мне уже не нравится. Строчку по... Строчку покажи хотя бы, какую умеешь. Стойку? Какую стойку? Типа, чего сделать? Hello, Олег! Я сегодня спортом занималась. Да. У нас вода, блин, пропала. Просто трэш. Но это уже потом, это уже вообще, это уже вечером. Вот. Надеюсь, скоро появится. Вот. Полный вайп, оф, никакой воды не. О, привет, Алисон. Что? Я не понимаю. Вот, как только Алисон зашел, все такое. Я Дашу люблю. Я святой. Привет! Вот этого привет. В смысле, вонючка, ты офигел? Полустример. Я вообще не стример, ребят. Я вообще даже не знаю, что такое стрим. Я стримить не умею. У меня вон два зрителя сидят. Ну, у меня вот везде два написано. Вот, смотрите. Два напишем. Напишем, написано. Вот. 25? Не верю. Пока только два. 31. Куда вы? Эй, потише будьте. Че вы так быстро? 10 отжиманий в моменте делаю. Раз. Кто здесь за улицу стоит? Это не я. А если что, это другой человек. Привет, Бест. По тебе не скажешь, что тебе 31. Мне, господи, ну я в форме себя держу просто. В форме держу себя. У меня еще тут чокер сердечко. Давайте его хоть снимем, что ли. А то он весь этот вайбик убирает. Все, я теперь... Спортик. Ну я, конечно, вообще не боксер. Я боксом никогда в своей жизни не занималась. Hello. Надо как-то волосы сделать. Прическу. Ну я не знаю, какую прическу мне сделать. Под нолик? Приходи одна, придем одни. Хорошо. Что на почте делала? А я сегодня забрала кое-что. Посылку кое-какую. Под язык положила, нет. Ну, с такой стойкой ты пропустишь. Да я там 50 раз пропущу. Айфончик 15 Pro Max. А ты мне отправлял его? А почему ты мне не сказал, что ты его мне отправил?
Ты мне даже не говорил. Что? Хочешь сказать, это не... Ну, то есть, хочешь сказать, что сейчас ты вообще этого не делал, да? Наебал, получается. Обманщик, да? Давай, Вайбер, 2017, делай лицо, ладошки, закрой, пальцем вверх показывай. Что? Лицо, ладошкой закрой. Пальцем вверх. В смысле, что? Я вообще не понимаю. Я не понимаю. Сиги есть. А если найду? Ой, лайнер, пожалуйста, себе отсюда. Вот ты вообще весь вайбик просто вот. Тайтл спорти. У меня есть спортик, вот чуть-чуть я что-то поделала спортик. Просто такие же купил. Да? Круто. Это не костюм, это просто олимпик. Все. Олимпика. Моя молодость. У нее парень спортик, у меня нет спортика парня. У меня и парня нет, и спортика нет. У меня есть спортика, только название стрима. У него в моем подростковом возрасте фраза «есть позвонить» реально вызывала страх. Да? Это новая кутина? Бля, мы не можем его убрать, да? А, все, забанит, фуфа была. Я уж думала, придется мне делать это все. Привет, забери все, что есть, мобилу, мелочь, но не бей. Не бей, не бей, лучше обоссы, да? Окей, сейчас устроим. Лучше, да. Давайте переименуем. Оу. Я обожала, слушайте, вы бы знали, как я его любила когда-то. Но тогда мобилы отлетали на раз-два, причем любые, будь то Nokia 6630 или звон... Жесть. Не шарю, что такое 6630. Я знаю 3310 только, все. Кого ты собралась? Я согласен. Смотри, ты согласен. Ну, ты не должен был так быстро соглашаться вообще-то. Были времена. А какие? Лехие 70-е? Или 60-е? Пан много раз ни разу не дотронулся, но я запомню этот день так, так чтобы запомнился. Ой, как я давно, конечно же... О, что у меня еще есть? Я думаю, какие-нибудь очочки, ну, типа, чтобы волосы держать, потому что... Паль? Что? Трехэтажные брови? У меня свои брови трехэтажные. Кипарик у меня... Мои кепки вообще не идут. Тебе симок за антураж не хватает. И на карту сесть. Конечно, волосы у меня. Такая... Девочка-кокетка. Ты что держишь комаров? Шапка твой. Как скажешь, брат. Ну нет, я честно, я, ну типа, за такие... Ну я не шарю. Ребят, я не шарю. Если что, ну вы мне объясняете, окей? Будь я в первом классе, я бы их подергал. Нет, давай. Семок, бери. У меня нет... Нет, я помню, ну... Я раньше любила семечки. А сейчас я перестала любить семечки. Вот. Ты норм будешь смотреться? Это где? Давай по троечку, мы уже спортик, давай. Семечки доставай. Семок нет, а я снайду. За какой район?
Блин. Через час нас. Ребят, надо подготовиться. Так, что там надо? Что там делать? С кем там видимся? Первая — это желтая ветка вверх. Попрыгаем, узнаем, что в карманах. Ничего нету. Плечи выпрямить, чё, как пациенты? Это... Чего? А забавно. Ну чё мне прыгать там? Долго, что ли? Hello, аристократ. Надо её попросить попрыгать, когда в платье будет. Разбил семечки, когда узнал, что в 100 грамм... Да. Вообще дрожь. Я вот. Ну они такие, да? Говори мне. Сегодня будешь отжиматься? Я сегодня уже отжималась. На сегодня хватит. Больше отжиматься не будем. Блин! Надо в таком образе выйти на улицу. Но мне кажется, что если я так выйду, мне скажут, что я кринж. Потому что я обычно так не хожу. Вот. Оригинал? А что, не оригинал должно быть? Я вроде оригинал был когда-то, но я сейчас не знаю. Хотите сказать, если не оригинал, то... Ладно. Абибас. Круто. Спортмастер, теперь Абибас. Интересно, с каких лет? Ну вы мне скажите, с какого года они начали там делать абибас? Я посчитаю, 19-й год это получается, ну, это пока оригинал, или с 19-го уже не оригинал был? Ну я просто не шарю. Мне сколько было лет там? 15? 16? Я-то маленькая была, меня обмануть могли. Можно выйти, правда, что ты конкурент первая вышла в костюм. Теперь будем звать тебя Даша Трепал. Мне полоски не хватает. Пойдем пиво пить, хорошо. Нет. У меня же зарядки мало. Блин, я теперь не могу говорить, типа... Девочки, купила айс капучино с черничным сиропчиком, вот, вышла на батик погулять. Я теперь так не могу сказать, все. Я в образе должен быть. Деньги сюда, да? Будет прикольно, если ты выйдешь с новой сумкой в этом костюме, в сланцах. И в носках. Белых, длинных. Купила же гаулёску 2 литра сухарики. Кулаки хоть кетчупом намажешь для вида хотя. Что, тебе идет этот образ? Реально? Мне подходит? Чё? Чё хочешь сказать? Рещ. А, я помню, был прикол, короче. Чи, да? Чи или не чи? Хоть клип Паши Техника на Изи бы залетел по танцовку. Так ты самое главное скажи, Вова, пивасик мы сегодня будем стримить, так-то кукинг получается. Хватит? А что не так? В мое время, в мою молодость, это была какая-то, ну, смешная популярная фраза. Я ворую онлайн. О, боже.
Правда, что ты смотрящий? Конечно. Чего узнать хочешь? Молодость дня два дня. Да нет, в смысле молодость два дня назад? Не два дня назад был. Привет, Платон. А то ты обидишься, что я с тобой не поздоровалась. Платон, иди учи уроки, окей? Я так-то уже обиделся. Кость, извини. Ты никогда не здоровишься. Здравствуйте, Коть. Ты сегодня... Да я не на модном, я просто... Ну, я так ходила для того, чтобы понравиться для одному мальчику. Но он из вот таких был. Типа, бой с тенью или игра с самим собой. По украсу крою, одеялом теплым тебя накрою. Когда меня нет, меня, тебя, когда тебя нет, кого-то там, я уже не знаю. Вот. Спасибо, конечно. Обижусь я к тебе всегда... Хорошо относилась и защищала тебя, а ты не благо... Я тебе покажу скрин, где ты меня хуесосил. Защищал он меня. Я сейчас такое покажу тебе. Но я это показывать не буду, потому что, ну, некрасиво. Не было такого? Ты кому говоришь? Я видела все. Я видела, Платон, я видела. Я видела. Там не только ты, кстати, был. Там еще много кто был, но... От тебя это было уже услышать неожиданно. Даша, ну, симаки достала. У меня нет. Матики, типа, уже на постоянно основе? Ну, я вот такая. Ну, съешь меня теперь. Скинь мне, я хз. Ага, вот личку, да? В ТГ в личку напиши мне. Ну, я просто знаю, что было. Я видела эти сообщения. Поясница базар. Я? Мне пох, ну ладно. Если приснил, значит... можешь группу. Типа клип из стрима в группу вкладывать. Да, это просто клип, ну просто клип рандомный. Я вижу твои сообщения, где ты такой на-на-на-на-на-на-на-на-на, и я думаю. Что? Крутая Олимпика, спасибо. У меня с этой кофты сумочку накинь. Поставь трек, братишка. Сейчас сделаю, брат. Сейчас все сделаю, брат. Секунду дай. Секунду. Я сейчас все сделаю, брат. Все по красоте сделаю. Не ловит. А, все ловит. Опа! А такое можно слушать вообще? Наверное, можно. Ничего ж не будет со мной. Потому что я тебя не хвост... А, скажи... Ну я по факту говорила, что ты вот такая, такая, такая... Ну по факту же все сказано, да? Ручкой качай. Давай-ка в старом стиле, так мне надо. Снова собралась послушать, по моему бригада. Но я все сказал. Не было такого. Только не видал за мико урода. Вроде бы получше стало, вроде я толстею. В базу загляну порою по-другому. Лучше бы сказал, ну да, было. Да, вошел в образ. Просто вайб был такой на стриме тебя хуй. Все. А ты говоришь, не было. Но это знаешь, как было.
С утра мы все красиво у кого-то. Ну, мы плясали, все устали и стоптали чешки. Эх, жизнь, хоть захуй держи. Тогда бы собрал. Я убежала, давай, братское сердце, мир тебе, брат. Спасибо большое. Нет, агрессивно, не буду говорить. Не смешно, я не буду говорить. Ну допустим, ремень не пристегнули. Я кругом тонирован, значит, все по шуре. На районе синичью мелочь. Да я не шарю, какой бы. Пожалеется, что мы ездили, стояли у Макдональдса. Небо хмурится, покупаю там продукцию. Хлом курицу, поедем, поедим роллы. Там васаби, туалет забит, занят. Я сижу в засаде, пацаны в дилетке. Дырки прожигали, дули, выдули, ага, альбома ждали. Сидели на районе, также напевали песни. Кто меня сейчас слышит, видяка с вами вместе. А ну-ка, левая, свободная. Какие усики? Потому что правая нажигает химаряд. Ты меня узнал, брат, это русский автомат. Делаю я так, наверное, у меня талант. Безидейный, как весовый стейк, умерзитый. Уэй, ну полсю так и жить, ты не жи, комалси. Хули мусора, хули мусора, хули. Чего? Едем так, как ехали, даже в хуй не дули. Хули, ну допустим, ремень не пристегнули. У меня нет усов. Я их чипчиком вытаскиваю. Едем так, как ехали, даже в хуй не дули. Хули, ну допустим, ремень не пристегнули. Я вроде бы спокойный, в залупу не полезу. Думаю, как лучше обогнуть мою окрестность. Дабы инкогнито быть в точке Б. Сик еще успею купить, буду вовремя без Б. Темп уверен. Да мне включили этот трек, я это не слушал даже. Бля, чувак. А сколько лет тебе? Ботаничка, я хотела стать гопником. Ладно, похуй, я не ботаничка. Я трёх. Модерку не дам. Слышу, лошади катаются. Позавидовать? А мне пиздец, блядь, на шестой пиздяник-то пиздец. И чам. Такой, короче, по двери, как Брюс Ли. Хуяк, чтобы повисли меньше дёсны и трясли. ББ. Заебали, суки, обоссали весь подъезд. Родственники приезжают, говорят, пиздец. Но громкость прибавила. Убавила уже. Спасибо за фоллоу. Я отправила кому надо. Ты сейчас на нашем районе крутишься, Влад. Ты сейчас не в своем городе. Мы тебя найдем быстро. Причем, что ты каждый час кружочки выкладываешь, где ты находишься сейчас. Где же Лана Дрей? Она была вчера. Я вчера была summertime sadness. Че ты там? Вот. Найс. А ну поясни за пафосную жмыканье жвачку, брат. От образа не отходи. Это уже, по-моему, уже не модно. Уже редко где можно услышать это. Я не могу, подождите. Сейчас. Еще гламурная. Гламурная косметичка у меня. Все вроде прикольные, такие милые. Секосные. Не, ну если секосные они, то иди к ним. Как тебе? Я не буду говорить, но я знаю, что говорила она про меня. Кто-то из слова пацана, кстати, куда он делся? Не знаю. У меня ничего не было. Я, чувак, я такого не говорила, стоп. Я не говорила, что она какая-то там, окей?
Вот ты сейчас скажешь, что... Ну, Даша сказала вот так. Я не говорила никак. Я просто знаю, что она хотела сделать. Но я такое делать не хочу. И все. Говорила, у меня клип есть. Ну, давай. Скинь всем там еще, подмонтажируй. Сделай так, что я там вообще там вовсю, я не знаю, обзываюсь там, всех сразу посылаю куда-то. Хотя такого не было. Факт, все подтвердят, а с тебя спросят потом. Что спросят? Ну, скажу правду, чё. Ну, про тебя она много всего сказала. А я много всего-то и не слышала. Норм жвачка во время засоса передавать партнеру. Я хз, я так... Я... Да, какой засос? У меня даже партнера-то нет. За базар спросят? У меня? С меня? В Чипырке помнишь, слушали? Конечно, помнишь. Да хватит мне такие песни скидывать! За базар меня ничего не спросят, потому что я плохого ничего не говорила. Я вот этот хайп, мне он не нужен. Поняли, да? А это другие хотят похайпиться на чем-то. Мне это не надо. Поздно? Чем вернулся? Я ничего не говорила даже. На стрим похолодный. Весь хайп без тебя идет. А, ну если я там, меня там нет, то это гуд, это гуд. Мила, пусть, да. Да, грешна. Я. А зачем мне скидывать такие песни? Я вообще не знаю. Я подальше не сделаю, чтобы не слышно было. Надеюсь, ниже кадры ты на... Нет. Ну, я просто стою и все. Да я вообще... Я просто вот в толстовке обычно. И все меня сразу причислили к тем, кому надо. А я просто я в одежке такой. В смысле просто стоишь? Ну, за район свою. Она на стульчике стоит. Вы реально думаете, она до комода? Твой образ поддержала? Меня держит сейчас? Ничего себе, меня держит шкаф там, видите? Держит меня. Шкаф держит тебя, ты держишь. Да. Блин, ну хватит шутить уже на такие темы. Кто ты по жизни? Миллиардер, плейбой, филантроп. Да. Я. Гений, миллиардер. Да я не смотрела слово пацана, алло. Я не шарю, кто там кто. А ты всегда фокус... Да. Ну я чё, на улице надо бывает. А какой... А что можно сделать? Вот скажи мне. Ну вот ты критикуешь, предлагай. Ну что ты можешь предложить? Вы чё, совсем ку-ку? Чего вы начинаете вот это вот? Ты не согласишься на мое предложение? Ну ладно, ЛСП, слушай, пофиг. А что за предложение? Предлагаю снимать? Нет, не надо. Сегодня женщины работают. Я против такого. Да в смысле нет? Не будем мы.
Ладно, твою любимую. Я первый раз ее слышу. Я думала, это какой-нибудь фонтанчик. Ну, поняли. А это я первый раз слышу. Я в первый раз такое слышу. This no fake. Спасибо. Ладно, я надоела в компьюшке сидеть, я пошла. Да, в смысле, я пошла, пиши Брайану без 109. Так, только я могу писать. А, я шучу. Один звонок, и ты будешь раздетым. Слышали такое? Что ты несешь? Я первый раз такую песню слышала. Ребят, я такие треки не слушаю. Ни в коем случае. Я слушаю Андерей. В смысле, Элиса? Что ты несешь? Что ты меня это, пугаешь? Зачем ты меня так пугаешь? Ты не бойся? А почему не бояться мы? Не верь и не проси. Покажи вайп, потанцуй. Нет. Запомни одну фразу. Все будет, но не сразу. На трех полосках, не знаешь? Да я просто толстовка. Обычно вот, ну, кофточка. Все, зачем вы начинаете вот эту... Закончилось так быстро. Да я не буду. Базаш. Мое сердце дырка. Видно луну, но я вот-вот и я зонт внутри меня. Я люблю одну, я люблю только свой омут. Шаришь, я как рыба не утону. Хоть этот камень так и тянет ко дну. Я вспомнила, короче! Дерево стоит, дерево лежит, дерево ползет. Да чё вы не ржёте? Всем смеяться. Это приказ. Смену УВД уже едет. Пока едут за тобой, давай насладимся еще одной. Эти глаза, как море, чудо, нос, море, но солью рыбашку, все запутло, румянец, сводит девчонок, самарит, но снова кто-то ходит, но это не я. Давай пацанскую. Пацанскую? Ну сейчас, подождите. А нет, вы, по-моему, две одинаковые песни скинули мне. Или нет? А, это две разные. Но это один исполнитель. Что-то потемнело как-то. Сейчас я свет принесу. Так. Я сейчас свет принесу. Секунду, подождите. Чуть-чуть.
Люстры нет. Нет? Нету люстры у меня. Скинуться надо на люстру. Денег нет, люстры не купили. Да. Вот такая вот жизнь у меня, бродячая. Я бродяга. Люстры мне вообще не нужны. При свете тебя лучше видно, ты вроде как спиной падаешь из тени. Бирки? У люстры? Я не понимаю. Да ты ж сумница. Костюм. Да сколько? Бирку? Вот это типа или что? Ребят, я покупала в 2019 году. Чего вы от меня хотите? Вы уже... Вот я не понимаю, почему с других вещей не спрашивают бирки? А если вот Adidas, то сразу такие... Это оригинал, нет? Это пальцы, да? Это пальцы очень смешно. Да, я нажала. С 19-го года она спрятала этот костюм. А я носила это только в 19-м, да еще там иногда носила и все. А во время стримов что? Я же все, я уже в таком не хожу. Но мне кажется, что она мне не очень идет просто. У меня только Олимпийка, у меня штанов нет. Да вы угораете, все нормально написано. Штаны не успела снять. На штаны не хватило денег. На физру гоняешь? Тебе надо после 10 в этом погулять. Ну... У нас вроде не должно быть ничего такого. Да вы вот так сделаете, вы угораете. Туда-сюда сделай, да? Так, вторую песенку слушаем. Осталось еще все с вами купить, и будет полный набор. Помахать перед монитором руками? Громче? Зачем? В натуре я только сейчас заметил. Что заметил? Сделала так же руками, но что-то картинка не развернулась. Что? А это от жвачки. Песню не слышно. Да тут мне скинули какой-то, я не знаю, какую-то переделанную песенку. Сейчас почитаем комментарии. Что тут написано? А, хоть после стольких лет и перезалива звучит свежо, а меня это радует, как будто вернулась в 2019. Тут тоже кто-то с 19 года? Ребят, это я писала комментарии, если что. Самый залайканный, если что. Ну, самый свежий 2 недели назад. Это была я. А, хоть... Тут, боже, тебе для образа я пиво не пью, нет. Могу забронировать для тебя столик. Ты там будешь одна, там же куплено французское вино. Круто. У меня такие же упаковки от жвачек, люди во дворах живут. Ищут. Я 19 рождения. Да что это, блин? Что вы мне отправили? Что за стоны? Я не буду такое слушать, ребят. Зачем мне стоны слушать мужские? Спасибо за фоллоу. А ты не слушай, это нам надо. Ну, блин. Ой, не знаю. У меня завтра пары.
На пары завтра поеду. Надо будет тет-а-тет встретиться с одним типком. Мутный какой-то, что-то надо у него расспросить его. Чё почём? Вот. Пятницу отдыхаешь? У меня пары, алло, я же только что сказала. Приёшь в Олимпике на пары? О, нет. Мы завтра будем обсуждать театр абсурда, к которому я, конечно же, не готовилась. Все, что я знаю про театр абсурда, это главные работы людей в тренде, которые были. Вот, и... Ну, все, короче, больше ничего не знаю. Спасибо за фоллоу. Только что было, но уже пролетело. Ты в этом театре участвуешь? Да! Ну, короче, что нужно знать про театр абсурда? Сейчас танцевать буду. Ладно, погнали. Ой, надо очки одеть, а то что-то солнце ярко светит. Ну вот это от театра абсурда. Она на пару ходит в шикарном дорогом шелковом платье, на каблуках, сумка от Гуччи. Нет, конечно, ты что-то меня как-то слишком приукрасил. Обширное познание. Да я эрудит. В КС-ку давай, пока, чувак. Действительно абсурд. Под типком, небось, она подразумевает преподавателя с ученой степенью и проработавшего УЗИ 30 лет. Осталось понять, почему он мутный, видимо, из-за... Ну, у меня просто зрение минус 3, я его четко не вижу. Нечеткий тип. У меня зрение минус 3. Ты не забывай. Мы просто очки протереть надо. Ну все, ну хватит уже, я просто в обычной кофточке. Чего вы сразу начинаете там что-то делать? А так по жизни он четкий, неровный. Да, наверное, не знаю. Ставить театральные постановки? Наверное. Получается, все для тебя нечетко. И треки ставишь свои. Ну, обычные треки. Больше вопросов будет. Спасибо за фоллоу. Блин, я не могу, все, я перестану это делать. Чё, я, нет, там, ну, только те, кто на кафедру театральную вот эту вот поступил. Кто оттуда. Только к ним, только они. Мне-то зачем? Мне идет? Да чего вы врете? Куда ты поступил? Журналистика. Спасибо. Из меня актриса никудышная бы вышла. Нет, я не умею играть. Это надо типа вживаться в роль, то сё, мо сё. А я нет. Сестра Станиславская. Нет, так, господи, я журналистка, алло, я не актриса. А ты актриса одной роли. Какой? Студентки? Обычной чулихи? Друг бы сыграл 100%. Просто бы так. И все. Любители? Я
Не актер. Я учусь на журналиста. Тут из театрального ничего нет. И снимает она такая челку повара. Такая. Ой, волос пропал что-то куда-то. Вот так. Ой, тут тоже что-то. А если она не актриса, то я натурал. Так. Подожди. Чего? Да. Нет, ребят. Да боже, просто я в этом, в кофточке, все. Журналистка в кофточке. Российский андеграунд. У нее кофта. Не мой парень, если что. Надо картину дорисовать. Я даже не начинала, если честно. Я немного другим занята. У меня просто дела, планы. Вот. Очки тоже с парнем. Вы думаете, я чужого парня буду трогать? Я сама купила. Он бывший актер. Кто? Ты моего парня увела. Репортаж своего дела. Это не мой репортаж, ребят. Я помогала делать репортаж своей одногруппнице. Моего репортажа еще нет. У меня еще нет репортажа. Темно как? Ну вот так вот. А ты что думала? Я только с приходом темноты прихожу. Это курсовая работа, репортаж? Нет, курсовая работа — это другая штука. Репортаж и курсовая работа — это разные вещи. Ты даже не начинала еще. Или... Ну, вообще, там есть разные специальности. Я, наверное, социальная скорее. Где твой репортаж? Он еще не сделан. Его даже не снимали, ничего не делали с ним. Какая тематика? Пока никакая. Вообще тематика должна быть по типу «Моя Москва, мой родной город». Вот такие вот. Ну, типа, я два примера привела. Это из такой тематики должно быть. У меня нет репортажа, Саня. Ты меня не беси. Вот. Не твой родной город, Ишкалинка. Мой родной город, моя Москва, это две разные темы, окей? Я только что сказала, я привела вам два разных примера. С приходом темноты.
Мне интересно, а свой репортаж... Да, отстаньте вы от меня уже. Белая полоска еще больше контрастирует с черным цветом, например, картинку. Ну да. Я поняла, второй канал, пример. Нам скинули трек. Садись на камеру. Нет. У вас стримы регулярно. Ну, у меня же учеба, а я очно учусь. Так что иногда, если у меня завал какой-то по учебе, то, ну, если завал по учебе, я не стримлю. Молчание на полчаса пить. Нет. Снимешь. Что про тебя снимать? Что ты такого сделал? Сделай что-нибудь. Завтра стрима не будет. Но завтра у меня до вечера пара, поэтому не будет завтра стрима. И суббота тоже до вечера радио. Он очень поклонник. Фанат. Какой-то. А про что снимать? Про себя, что ли? Идея для свежего репортажа есть? Ну, да. Вот это, ну я просто как пример привела же. Профан группы самобуни. А какое дело она собрала? И никуда не собралась. Это мне скидывают треки какие-то. Я просто обычно сижу и все, ничего не делаю. А у меня буйных-то не было? Что там про буйных-то не делать? Азон, что ты пишешь? Не было такого? Ни разу. Ни разу не было. У меня заколки там остались. У меня этим летом не будет практики. Странно. Она была на втором курсе. Я так понимаю, будет на четвертом курсе. У нас две практики. Все. Подхрюкивает. Чё? Такого даже не было. Просто взял, меня обосрал. Что здесь такое, чего скрывать? Ты в Москве 2 дня, ты уже успел где-то выпить? Ну ты как считаешь, ты чё такая? А так себе. Сейчас зайдёшь. А что ты выпил? Да всё, карман открой, блин. Карманы есть на месте.
Ну ладно. Хорошо. Хорошо. Семьсот двадцать сейчас. Я твоя красивая подруга. Вот. Диснофейк. Зачем ты специально это делаешь, а? Зачем ты специально присылаешь мне такие треки? Для чего? У меня нет толстой цепи. У меня нет такой. Вот. Молчит. Ничего не говорит. А, ты молчишь. И больше не надо слов. Что там ничего не говоришь. Я не помню этот текст вообще. Не. Лучше распущенный собирать не буду. Что? Уф! Вы теперь на все будете уф показывать? Я понять не могу. Лучше было? Вот так? По-моему, вообще говно какое-то. Какое окно? Не-не-не. Спой пацанскую песню. Осень. Порой длительный смех сменяется на крик. Что там дальше, не помню. А что было-то? Я не знаю. Чего я такая стала светлая? Можно поцелуй, пожалуйста. Петь это не мямлить. Да я не знаю трека, отстаньте от меня, вообще я такой не слушаю. Дежанульку только слушаю, и все. Вот это вот. Я бы могла писать портреты, жить ради кого-то. А нет, ирония развалила свой и стала символом интеллекта. Я говорю, иди домой, дорогая, мертвое тело, искренности, инспектор, аккуратно работаю с ножевыми и сквозными огнестрелями. Мне так трудно доставать твои яркие зеленые пули свое тело. Сильные что там смехом сверху заливают меня. Сильные радостным смехом что-то заливают меня водой, мне вас не поймать. Да я не буду за вами гнаться. Максимум пару раз крикну, скотину, стой. И пойду под нос что там бормотать и пытаться. Не знаю. Солнце стих между классом. Сильно дьявольским смехом сверху заливают меня водой, мне вас не поймать. Да и не буду за вами гнаться. Максимум пару раз. Трек из очень известного сериала. Забыл, как называется, но там тоже Абибас был. Блин, я не помню. Что там... Трэш. Так, дальше что там было? Что-то собака лает. Старушка когда-то давно назвала ее матерью. Старуха как-то давно называла ее матерью. Че там? Я потом послушаю.
большое, спасибо большое. А, потом там, что там было? Когда ты называла ее матерью, что там, что-то коронуют, та-та-та-та-та, коронуют что-то, потом... Воротнички что-то подправляют. Поправляют что-то воротники, потом... Что-то помер кто-то потом. А, я смотрю в твои голубые глаза, и что-то там потом... глаза, что-то... Море... Не помню, короче, все, отстаньте. Ничего не помню. Все. Это понятно, сегодня в образе... Да я не специально, я просто... Это просто кофточка. Вы сами сделали образ какой-то. В каком городе живу? Живу. Все. Ну что, теперь съешь меня? Почему ты не такая милая? А я вот... Я не такая, не такая. Ой. А там что там было? Ты в мусор не выкидываешь? Почему? В смысле мусор не выкидываю? Что-то море, что-то глаз. Ну да. Что-то белые воротнички. Да я не помню. Что-то смотрю. А я смотрю в твои голубые глаза. И что-то там вообще не помню. Потом что-то голубое. Сейчас. Ой. Ирония поглотила весь город. Да что-то я не вижу текста. Ня-ня-ня. Ирония поглотила весь город и стала символом интеллекта. Я говорю ей, иди домой, дорогая, и мертвое тело, искренность, инспектор, аккуратно работаю с ножевыми, висковизуальными нитринами. Не так трудно танцевать эти ярко-зеленые пули из ее тела. Сильные с девочкой смехом сверху поливают меня водой, мне вас не поймать, да и не буду звонить. Максимум пару раз крикну, скотина стоит, да начну сам под нос себе ругаться. Капли размывают белую линию, последнее, что осталось от ее тела, когда пришло время... Легче перерисовывать по памяти все, что мы пытались сохранить целым. Это все, что мы пытались сохранить целым. Все еще течет кровь, тревожная и жива, что-то там готова к объятию. А старуха спилась, ее собака истошно лает. Подруга когда-то давно называла ее матерью. Я честно пытаюсь спасти ее и знаю, что жизнь давно угасла. Была бы она Феникс, но Феникс — это что-то из сказки. А сказки... Спрятались их, согнали с детских площадок. Над ними смеялись веселые дети в поисках своих веселых закладок. Подходит знакомая фальш, снимает красавицу зависти. Я говорила им, что было дальше. Я и так знаю, что было дальше. У королевы новый форпост. Солдаты поправляют манжеты. У королевы новый пост. У королевы новая мета. А девочка лежит на асфальте за страшную свою оплошность. Хочешь знать, какую Нати? Ее приговор — пошлость. А я смотрю в твои голубые глаза, нервно касаясь кудри из золота. Мне, к сожалению, что-то легко сказать, но сердце ее давно измотано. Я смотрю в твои голубые глаза, они правда глубокие, как я, океан. Я правда хочу так сказать, и я говорю это сам. Я смотрю в твои голубые глаза, и в них правда огонь, и он правда горит. Я правда хочу тебе так сказать, и
пока королевский патруль бдит. Че там говорили, что я ничего не знаю? Я все знаю. Я все знаю. Я все знаю. Поняли, да? Феноменальная пара. Ну да, я. Ну что это был? Это текст просто. Нет, это не рэп, это просто текст песни. Вот. Вот. Так вот. А Даша пухлый пончик. Трэш. Спасибо, что назвал меня жирной. Окей. Пончика захотелось, поздравляю. Не пухлая, а аппетитная? Си? Итальянец, что ли? И что, итальян говорит это? Реально? Ты итальянец? Hello! Отвезите меня в Италию! Си. То. Это был комплимент. Ну, супер. Ой. Горячий итальянец. Пригласи меня на танец. В Италию желательно. Комплиментары. Тара, не тара. Хоть тазик, мне все равно. Отвезешь? Да? Ну, договорились, да? Билеты оплачиваешь ты. Вот. В этом городе два. Ой. Что это было? Не знаю. Кормили хлебушком соль вроде бы. С лучшей девушкой в этом городе заморожат все душки. Дворник и снег не тут посетим нас все души. Тур-то-то. Была в Италии? Ну? Когда пора освободить? Завтра? Или вообще в целом? Если в целом, то... Этим летом? Ну, в августе могу. Умеете жевать только вкус, да. Мятная. Мятные жвачки вообще жевать не могу. Это снова восстановилось. Да там по ошибке, блин. Но я не буду ничего плохого говорить. А то мало ли, ты меня сдашь. Ты такой у нас. Как подставить самый первый? Сразу такой. Я могу подставить ее. Поэтому я ничего не буду говорить. А то мало ли снова ошибутся. Наверное. Я подставляю только. Вот
ты иногда так пишешь, я понять не могу. Ты, ну... Подбрасывает как... Да нет, почему кринж? Ну... Наверное, это шутки. Вот. Я хочу сесть. Я уже устала стоять. В этом городе двое, четверо, если считаться. Блин. Ой. Да ё-моё. Sorry. Да ё... Всё нормально. Страшно? Небось. Кто-то не смотрел? Короче, есть фильм «И гаснет свет». Посмотрите его. Вот. Я помню, я в своё время посмотрела этот фильм. Ну, я боялась свет выключать потом. Ой, сейчас приду. Оп. Оп. Это ужасы или эротика? Это ужасы. Шестнадцатый год. Да я хз какого года. Сейчас посмотрим. Ну, такой старенький фильм. Возможно, и 16-й, я не знаю. Наверное, да. Да! Да, это он. Все собаки вернулись домой. Дети нашли здесь. Теперь всем нас хорошо. Причина тому ты. Находила, наверное, ассоциации с моментом. Я не смотрела этот фильм. Соцреализм. Это ужасы. Ля, как... Да обычно кому-то встанет. Фильм вообще не смешной любитель. Ну, я смотрела, когда мне было лет 14, наверное, может 13, я не знаю, сколько мне было лет. Вот. Я это смотрела на день рождения. Вот. А потом шла домой по темноте. Когда встреча с Владом, он, похоже, стесняется тебя пригласить, но ты же ждешь. Нельзя упускать такую возможность, и контент будет на ирл. Влад, зачем ты с чужого аккаунта мне донатишь? Ты раньше всегда с проверенного, вот это, с галочкой. Извини, а я не прощу. Зачем с чужого аккаунта донатишь? Зачем ты переименовал себя так? Рябушка, сою вроде бы, с лучшей девушкой в этом городе. Еще и с анонима. Ну ты мог придумать что-то поинтереснее? Зачем аноним? Ну придумал бы что-нибудь интереснее, там типа... Мужчина-загадка. Он думал без парня. Не получилось. Оп, они же. Теперь подкинула ты. Да.
Меня бесит, что у меня всегда что-то жирнится лоб. Это у меня крем для лица какой-то, для жирной кожи или для сухой? У меня, наверное, крем для сухой кожи. Вот. Теперь буду надо мужчины-загадки. Мужчины-загадки. Почему вы такие загадочные? Мне надо купить... Я не знаю, с чем это связано. А у меня... Я даже пудрю, у меня лоб все равно блестит. Почему? Теперь у нас все хорошо. Причина тому ты. Попутила? Нормально. А, и после вас все микробы на себя. Ебать! Это у меня жевательные мышцы тут? Я смыла лицо, по-моему, не надо. Мне похуй. Сидим с напудренными фейсами. Ребят, у меня, если что, только камера напудренная, и все. Милашка, про цвет. Да, цвет, цвет, цвет. Привет. Девочка с рэп-концерта, где осталось сердце парня из центра? Пусть вернется средняя Даша. А, прежняя? Я не изменилась. Я просто не реву теперь после стримов. Ну нет, иногда бывает, конечно. Ну нет, ну просто типа... Ты просто надела спортивный костюм. За проезд передаю. Спасибо большое. Мурка? Что за Мурка? Спасибо большое. Беспонтовый бренд. А я не за понтами сюда пришла. Или мобилу гони. Ну да. Блин. Да ё! Ну все. Ой, ты уже нашла того, кто на пенёк сел и косарь тебе должен? Пока нет. Спасибо за фоллоу. И семка мне нет. Без семечка. Семки чё-то. У меня нету семек. У меня нету семек. Адидас без семок. Не знаю. Чёткий схем. Наверное, он скричал. Ой, прям очень сильно. Я даже всплакнула. Гуськом походим? Нет, я не хочу. Гони мобилу тогда. Ну все, ребят, мобилу гоните мне. iPhone 15 Pro Max на 1 терабайт. Другие? Тоже принимаю. Завтра будет мой первый спуск в метро. Я так переживаю, говорят, там дяди злые толкаются. Да, из-за попы вот так. Сделай вид, что в этот раз поверил. Ну,
это надо. Да я даже уверена, что ты ради этого и едешь. Ради этого только ты и спускаешься в метро. Даш, это не в метро. А, ну ты-то знаешь, да, где специалист? Ну ты-то шаришь где? Я-то так, я, ну, по слухам только, а ты-то, оказывается, знаешь, где истинные мужчины воются. Еще никто iPhone не подогнал. Реально, вообще трэш. Главное, не спеша, не каждый минут, но... Постоянно метро катается. Да нет, нет, я не метро. Мурка? Ой. Чё в таком прикиде дома сидеть? Погнали район кошмарить? Нет, не хочу. Я не планировала на улице ходить. Вообще, можно было бы купить энергетик, но... Я не хочу. Вот. Ну, не знаю, но вообще хочу энергетик. А вроде не хочу. Не знаю. Го, детей за ноги. Нет. Пошли с детками в шахматы. Погнали. Вот это нам надо. Вот это надо. Ай, пальчик. Вот это... Вот, блин, надо найти, короче, какой-нибудь бар, в котором будут детишки сидеть, играть в шахматы. И мы будем с ними играть. Они нам будут рассказывать про то, как они ходили на рыбалку. Вот. Симба, кто я по гороскопу, а тебе это зачем? Ну, кого Симбой звали? Вот это я. Погнали лохов щемить. Мы подойдем и перевернем им шахматы. Нет. Потом меня перевернут. Крысу? Понятно. А что не так? Ты хочешь сказать, это плохой знак зодиака? Это могло быть... Не могла быть... Я не хочу быть девой! Фу! Почему за фу? Так, идем за энергосом или нет? Не, не пойду. Мне надо готовиться к семинару. Где вы легкие? Это больше, чем мое сердце. Это страшнее прыжка с крыши. Это громче вопля бешеного, но гораздо тише писка завидной мыши. Это то, что каждый всю жизнь ищет, находит, теряет, находит вновь. Это то, что белый побед со злобным оскалом по свету рыщет. Я говорю тебе про любовь. Девушки, девы... Вот, но парни девы. Не мое. Ну, мне подходит мне, да? Вот. Это уже не парень. Вы сами начинаете вот заводить эту тему. У меня племянник делал сложный характер. Какой знак для парня, то я ходила. Такой сисога. Если в сентябре, да. Был у меня в детстве один друг, дело по гороскопу, потом... Ну, весь это конец сентября, по-моему. Ты хз, какой знак для парня, твое, но точно не дева. Да, не дева, не овен и не скорпион. Вот эти три точно нет. И рак тоже нет. И вообще никакой знак. Мне вообще парень не нужен. Я не хочу парня. Нет, я хочу парня. Но я не знаю, какой.
А вдруг у него будет знак зодиака Дева? И что мне потом делать с ним? Будет иронично. В конце декабря родился, был козлом, потом вроде меняли знак, стал стрельком. Стрелец? Вау! Я тоже огонь! О, привет, Пелас. А, ты быстро с новыми людьми находишь их язык? Да я хз. Перечисли, чем каждый знак тебе нравится, что в них такое. Так. Водолей. Прикольный знак зодиака, мне нравится. Но чуть-чуть душноватый, но нормально. С этим можно смириться. И чувствуем. Вот февральский водолей вообще чувствую. Январские. Милашки. Потом. Ты стоять не устала? У меня вот коленка. Я, по-твоему, сейчас так стою? Я сижу. Вот. Потом. Рыбы. Парней рыб я не знаю, я знаю только девушек рыб, девушки рыбы, во. Но только мартовские девушки рыбы. Февральские девушки рыбы. Вообще в феврале что-то какой-то аномальные знаки зодиака какие-то, не знаю. Ну, может, у меня так, не знаю. Я же тоже ведь не всех знаю людей. Какие попадутся, такие попадутся, все. Из этого и делаем вывод. А, рыбы все, потом у нас Овен идет или что? По-моему, Овен. Овен. Что девушки, что парни. Минус. Вообще, ну... Нет, не мое. Рассказываю, была у меня одна девчонка. Овен. Ну, типа, не моя девчонка, я с ней не летела. Нет. Но она что-то хотела со мной терки какие-то устроить. Я думаю, что ты до меня докопалась? А она себе выдумала в голове какую-то, блядь, историю, где я там... Что-то увести ее парня пытаюсь. Кого? Что? Я думаю, кто твой парень? Ты мне хоть имя назови. Она такая, вот это вот мой парень. Мальчик какой-то младше меня. У меня типа, ну, с младшими классами у нас физра была. И она подумала, что я пытаюсь увести ее. Вот, она что-то приходила ко мне ночью, что-то в час утра приехала со своими братками. Ну, это, короче, один из таких людей, которым нужно, вот, они напьются, и им нужно вот что-то делать. Ну, в плане, типа, конфликты, скандалы. А я против этого, мне такое вообще не нравится. Я вижу конфликт, я такая... Я домой. И ухожу, все. Напьются в школе? Да, в какой школе? Прям внутри школы, что ли? Вот. И она что-то вот в очередной раз напилась, что-то мне звонила там все лето, потом там что-то она мне что-то угрожала. Я думаю, что ты мне угрожаешь? Ты похожа на чихуахуа. Просто большая чихуахуа. Что ты мне вообще сделаешь? Ну, что ты ко мне лезешь? Ну, она прям, ну, супер маленькая была. Вот. Ну, короче, бред какой-то. Я не знаю, что она докопалась, что она хотела, что она ко мне пришла, что убийца хотела, что она что-то мне устроить хотела, что-то напасть на меня хотела. Думаю, что ты творишь? Она вот накинулась один раз на меня, я у нее руки держу, думаю, ты, алло, приди в себя. Она такая, ты вот так, вот так. Я думаю, ты меня ни с кем не перепутала, я дома сидела целый день. Ну, короче, мальчики Овны, они просто трэш. Они ради того, чтобы выглядеть хорошо в других глазах, будут чморить своих же друзей, так скажем. Это неприятно. Ну, мне так делали. Ну, типа, вот чел говорит, типа, ой, мы с тобой, та-та-та-та-та. Приходит третий чел, он такой, а, Даш, а что ты там не говорила? Вот Овнов терпеть не могу вот из-за этого, из-за вот этого лицемерия. Дальше, тельцы. Вроде норм, чуваки, но душнят. 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 А, после тельцов, по-моему, рак идет. Пацаны, раки. Что-то, ну, ноют, да, чуть-чуть? Ну, ноют чуть-чуть. Не придумывай. Нехорошо,
Я не придумаю. Это мой опыт. Это мой опыт. У вас может быть другое расположение к знакам зодиака. У меня другое было. Раки ноют, а близнецы, блин, посвятиться близнецы. Вот я не шарю за знаки зодиака. Вы же говорите, что я шарю, я-то нет. Ну ладно, близнецы. Перс. Я люблю близнецов. Я люблю близнецов. Что мальчиков, что девочек, обожаю близнецов. Близнецы просто, просто няшки-какашки. Ну не какашки, а просто няшки. Ой, обожаю близнецов. Дальше. Раки. Мальчики ноют. Девочки вроде норм, но любят истерить. У них такие эмоциональные качели, скажем, типа вот она, бам, добрая, бам, ярость, бам, гнев, бам. Ну, короче, вот такие вот. Львы. Ой, львов я люблю всех. Вот я, как львица по натуре, я всех люблю. Я вот когда вижу свой знак зодиака, думаю, подружки. Ну, я очень редко вижу своего знака зодиака, вот реально. Вот я когда вижу свой знак зодиака, у меня сразу этот человек просто на глазах моих просто встает на пьедестал в этой золотой короне такой, в этом вамхах такой. Я думаю, вау, королева, я люблю тебя. Вот, я ко всем львам так отношусь. Но просто я львов редко вижу, я вижу другие знаки зодиака, а львов я редко вижу. Вот. Девы? Девы, девушки-няшки. Девушки-няшки, девы. Девы, девушки-няшки. Весы. Чему они быстрее? Львы вообще топ, вы офигели? Я считаю топ. Я топ? Нет, я не топ на самом деле. Но мне просто нравится, но я просто их так резко вижу. И я вот когда вижу, что человек такой же знак зодиака, как и я, я думаю, вау, это так круто. Вот. Весы. Да вроде норм. Я только парней весов знаю. Девушек весов, по-моему, я не знаю. Стрельцы. Стрельцы? Топ. Но я люблю стрельцов. Ну, конечно, они такие тусовщики. По-моему, все стрельцы тусовщики. Вот, я не знаю, может, у меня так сложилось впечатление или что, но все стрельцы, они такие... Я в клуб. Ой, я там замутила с этим парнем и бросила другого парня. У меня еще есть знакомый, с которым я просто перетрую. И все. Ну, типа, вот девушки-стрельцы такие. Вот. Парни тоже любят тусить. А, скорпионы, скорпионы. А, скорпионы. Скорпионы. Ой. Хороший, но не очень. Козероги. Да вроде норм. А, душноватые? Нет. Ну, может, у тебя были такие скорпионы. У меня были другие скорпионы. Козероги. Да вроде норм, вроде... Ну, у меня есть один знакомый, ну, нет, не один, несколько знакомых козерогов, вроде норм, но чуть-чуть как будто, ну, душнят чуть-чуть. Девушки-козероги вот любят чуть-чуть подушнить, они такие, ну, вот они как цепятся за какое-нибудь слово, и все, и начинаются, они начинают тебя топить своим вот этим словарным запасом. Ну, козероги-девушки так, может, у меня так было, но я не знаю. Вот мальчики-козероги очень хорошие, они очень добрые, они очень щедрые. Вот. Ну, я вот про парней сейчас сказала. Вот, всех обосрали. Вообще-то не все. Суси всех обосрали. Нет, не всех, только некоторых. Делаю. Сань, не пиши. Спасибо за фоллоу. У Даши богатый опыт общения со всеми знаками зодиака. Ну, да, наверное.
Котик, как дела? Нормально. Только пришел, давай в двух словах. Кто говно, кто нет. Я нет. Ну, да никто не говно. Все хорошие, по-своему. 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 Вот. Сань, не пиши фигню, да? Опять не успел на рыб. Рейтинг не объективный. По-своему, даже ты хорошая. Ну да. Ну, бывают грешки. У всех они есть. А что, я не человек? Зачем тебе этот олимпийка? У тебя же есть кофта, как гидрокостюм. Она неудобная. Это боди. То есть, ну, типа, неудобно. А у тебя одно открыто? Да. У меня дверь открыта. У меня все открыто. Кроме сердца. Построить их боди? Кого строить? Магию? Как ручку положил на комод? Как на... Мы с ней два дерева. Ладно. Бля, мне в моменте показалось, что у меня дверь вот так оп открылась. Она сама по себе. Она легче, чем твои мысли. Но вспомни, как дышал Вало, когда она уходила. Так на глазах твоих слезы висли. Она руками своими нежными петлю на шею тебе набросит, не оставляя ничего от тебя прежнего. Сама на цыпочки встать попросит. Ты даже не сможешь ее увидеть. Ты никогда не заглянешь в ее глаза, а думаешь только о том, как бы ее не обидеть. Еще и на картоне не хочу. Вы кто? Топ. Все еще АФК-контент, как... У тебя есть вино, Даш? Ну, как в той песне «Заходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь, вино угощу». У меня нет вина. Я... У нас никто не пьет. Вот. Сходи за вином. Не. Долго перед стримом красишься? Да нет. Вроде... Я что, так плохо выгляжу? Какие они эмоции испытывали все в большей жизни? Если лоб в морщинках, то часто хмурился. Если будут морщинки возле висков, ты много улыбаешься. Да? Надо сюда это, ботокс. Да морщинок еще рано, ну, возможно. Я мечтаю о морщинках, зачем? Морщинки небольшие. Ты по мелкому, что ли? Ну, я поняла. Я хорошо. Да я пошутила про бот. Ну, сделала, наверное, лет 40. Думаю, что человек опытный.
Спасибо за фоллоу. У меня 10 минут осталось времени, я пойду. Пока-п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 ока. Даш, как там дела с картиной? Я еще не начинала. Просто у всех разные понятия, хорошо? Надо отфоловиться, что мне тоже спасибо сказала. Загрустила, да, я так просто. Проверка формы. Пауза, я готова. Да, нападайте, готова. На пары идти завтра не хочешь? Да я пойду, почему не хочу? Вот и грустит. Да нет. Ну я просто сама по себе такая. Спокойная обычно. Вот. Иногда мне кажется, наверное, из-за этого со мной никто не дружит, потому что я не веселая. Ну типа, я могу быть веселой, но только не прям очень долго. Вот. А когда я долго весела, я устаю быстро. Поэтому мне говорят: Даша, пей энергетик. Вот тогда ты станешь всегда веселой. И с тобой будет интересно. Вот. На энергетике же вредно. Дашенька, 41 год. Пока что мне еще не 41. 41 мне будет летом. На пресс мы смотреть не надо. Пожалуйста. В этом месяце, как год, я тебя... Ух. Не устал? Ты не весела на прошлом стриме, что было тогда весело. Не знаю. Ты не обязана всем нравиться. Ну, Даш, что? Задолбался. Что еще надо? Ты не улыбнешься, чтобы поддерживать эмоциональный контакт. Нужен спектр эмоций, от грубости до нет. Ладно. Ну, я как заметил, очень многим нравится, только когда, Ладно, я не знаю, я никаких... Там вычислительных механизмов в своей голове не делала, потому что я гуманитарий. Вот. Я что делала? Я заходила в рекомендации, просто листала, смотрела на девочек, как они себя ведут и все такое. И типа вот. И я заметила, что у кого... Ну, типа... Чаще всего смотрят тех, которые, знаете, вот такие... Милашки, но... Иногда они матерятся, но очень милым голосом. То есть они говорят по-милому. Я так не могу. Мне так неудобно. Мне так кажется, как будто я... Ну, у меня ресурсы моей жизни будут проходить быстро. Вот.
Как Ева, что ли? В смысле? Я вообще-то пару других девочек говорила. Вот. Парни из центра. Мама моя купила себе цветок какой-то. Вот. Противные они, не настоящие. Не знаю. Мне кажется, я уже весь свой спектр эмоций показала. Я и ругалась, и плакала, и от счастья тоже плакала. Кстати, я часто плачу, на самом деле. Вот, я просто вам не показываю. Что-то на спортивку всегда влияет на свои твои изречения и мысли. Почему? Что с тобой? Что я сделала не так? Ладно. Мама купила цветочек. Сейчас покажу. Какой-то. Оп. Ох. Вообще схавают. Ну, такой цветочек. Вот. Эти глаза, как море, чудо, нусь буряную солью, рядом шкурится, забудь, вырумянец, сводит девчонок, самолет, с тобой кто-то ходит, но это не я. Что там? Что там было? Спасибо большое. Фикус? Я не шарю, что это. Это не, по-моему, это не фикус. Что-то другое, я не шарю. Как цветок? Да я хз, как он называется. Ну, цветок фиолетовый какой-то. Покажи кактус. Я боюсь этот кактус брать в руки. Он огромный. Он вот такой, наверное. Он просто вот такой. Вот такой. Он гигантский. Он, наверное, как вот эта моя светодиодная палка. Ты любишь кактусы? Да нет, на самом деле. Мы просто его купили, когда мне было лет 14, наверное. И на протяжении 6 лет он все рос. Мы купили. Он вот такосенький был. Вот такой. А сейчас он, я не знаю, до потолка дотянет, наверное, я хз. Он просто гигантский. Показать я боюсь. Он типа, он стоит, ну типа, облокотился на подоконник. И он скоро на подоконник не будет лезать. Он длинный очень. Я не могу показать, он на подоконнике стоит. Камера поверни на него. Он на подоконнике стоит. Подоконник — это то, что есть у окна. Окно — это то, что показывает вид на то, где я живу. Ну ты нам окно не показывай, ты только кактус покажи. Я обычно, где ты живешь, не буду. Я отвечу на звонок. Не звонит. Секта как? Он с ростом сюда? Нет. Он не с ростом с меня. Не могу открыть. Помада не очень. По-моему, это надо писать. Тоже не очень. Я тоже тебя год смотрю, и что с тобой делать, я не знаю. Ну съешь меня теперь! Съешь меня с хлебушком, с лучком, с укропчиком там, с сметанкой. Как борщ. А ты тыкала мне ножичком? Как тут? Зачем?
Это не разрешение. Это приказ. Я приказываю. Понял? Чтобы забыть тебя на 100%. Девочка с рэп-концерта. Ты осталась в сердце парня из центра. Даже несъедобная. Да ну, быть такого не может. Так приятно крышеволосовым одеялом. За горчинкой? Ну, я... У меня, короче, есть аджика. Домашний. Тетя приготовила. Вот. Последняя банка осталась. И мы ее все едим. Я постоянно ем эту аджику. Просто. Она супер острая. У меня весь рот у меня слюнями обливается. Я дышать не могу. Мне даже дышать плохо от этой аджики. Потому что там все горит у меня. Я все равно ем, потому что это вкусно. Я очень люблю острое. И сладкое тоже люблю. И острое люблю. И сладкое люблю. И еще я люблю хачапури с томатами, с соусом песто и сыром с рачителлом. Вот. Хинкали терпеть не могу. Мотти тоже не люблю. Любишь пострадать еще? Да, я. Твоим пальцем даю море этой ночью. Так приятно ухлаждала ароматом. Больше сладкое, наверное, люблю. Потому что от сладкого у меня повышается глюкоза. И я становлюсь более энергичной и более радостной. А острое, это, знаете, когда я прям... Ну, я не знаю, с хлебом. Сердечко гони. Я сейчас проверку связи сделаю. Ну да, было сердечко. А то было такое, что мне писали, типа, вот, заказали сердечко, и я такая... Вот так сидела, блин, весь стрим почти. Ну ладно, два раза всего лишь сделала, но меня обманули. А мне? Две банки лечи взял и нормально трес. Вкусно. Ну я не знаю, какой ты ешь, но я типа, ну, по домашнему рецепту кто-то что-то сделал. Надо больше стикеров. Я не знаю, какие сейчас. Ты не пробовала острые сладости? Я пробовала мармелад какой-то острый в этом. Остров мармелада. Чё? Я не знаю. Ну, короче, есть такие магазинчики, в которых типа бочонки. И эти бочонки наполнены мармеладом. И можно просто прийти, пакетик положить, взвесить, заплатить 200 миллиардов тысяч. Вот, я один раз съездила в такое место. Вообще, я была с братом в Петербург, мы ездили этим летом. Вот. Я взяла вот такой вот пакетик мармелада. Мы взяли, типа, разные вкусы по две штуки. И там было перчик. Ну, то есть, острый мармелад. Трэш, это было ужасно. Я больше никогда не буду такое есть, потому что, ну, вообще просто, ну... Как место называлось? Ну, я не знаю точное название, но я сказала примерно. Вы же видели такое, ну, типа, такое место где-то? Вот. У меня друг есть, или как его, даже мерзко выглядит на вид, не представляю, как он воняет, когда он открывает крышку. Какую хреновину. Какую хреновину? Ты поясни хотя бы, скажи, какую. Сегодня подстебали на работе девушку, дали шоколадку с перцем. Спасибо. Это называется хреновина. Что? Ты стебешься? Честно, я не знаю, что за место, где в бочонках записано.
Бля, ну ты вот зачем ты надо мной издеваешься? Ну какой пират-мармелад, я не знаю, как эта штука называется. Хреновина Том. Том? Хреновина Том? Реально? Есть такая штука? Она так называется? Реально, прикинь, да я думала, ты просто говоришь, ну какую-то хреновину ешь. Хреновина с томатной пастой. Корень хрена 200 грамм, чеснок, соль, сахар. Перец черный молотый. Я выжила, правда, спасибо не сказала. А, да, выжила. Все. Ну, если бы мне подарили шоколадку с перцем, я бы тоже не порадовалась бы. Вот, кстати, у меня скоро будет розыгрыш. Тут будет миленькая картинка. Вот. Ну, наверное, не сделаю. Но если понравится, то подарю парню своему. Его, правда, нет. Себе оставлю, получается. Ну ладно, что себя оставлю, так уж и быть, блин. Ну нет. Нет, если будет все хорошо, то я сделаю аук. С зайчиком? Я не планировала с зайчиком рисовать картину. Ну, конечно, как всегда, все себе любимые. Ну да, я. Ну ты, да, конечно, она хотела поцеловать часик картину, какой зайчик. Ну ладно. Поцелую тебе в губы, чувство темный лес. Ты, конечно, меня любишь потом когда-то. Кроликов давай, у тебя хорошо получается. Но с зайчиком? А зачем я купила красные ручки? Что там с зайчиком было? Ну я такого я уже не сделаю, ребят. Такого зайчика я никогда не сделаю. Какой зайчик? Я вообще не поняла. Зайчика. Да я уже не смогу сделать зайчика. А чё под конец Ремайлайн только растет? Так я же не популярная. Кому я нужна? Я же никудышная. Никому не нужная. Неинтересная. Или как ты там говорил? Сейчас процитирую. Ну ладно, не понял. Там просто включить надо, там сразу будет понятно откуда. Этого зайца уже в интернете своровал. Ты просто сделал скрин с моего стрима. Самое красивое, что ты показывала. Хорошо. Я устала повторять волнами крики свои молча. Прикоснулась к твоим пальцам, да я море этой ночи. Так приятно. И на матом я твой воздух. Короче, что, мне зайчика теперь рисовать, что ли? Почему она растет? Потому что я не популярная. Почему корова дает молоко? Потому что я не популярная. Почему? Потому что я не популярная. Так, господи, кому я нужна? Люди зайдут такие и выйдут. Все. Все просто. Вот.
Можно потом зайчика разыграть. Ты его нарисуешь и рядом поставишь. Народ будет любоваться и ждать его аука. Стырила зайца и даже не попросила разрешения. Нарушение авторских прав. Ну, там не пофиг. Да господи, кому ты нужна? Вот когда я сама себе это говорю, это как будто не прям настолько сильно обидно. Когда говоришь, кому я нужна, получается, мы не представляем для тебя какую-то ценность. Спаси, база открылись, пойду дружить с твоим кактусом. Ну, мне кажется, что... Мне кажется, что я никому не нужна. Но я даже в этом уверена. Типа, для чего у меня сидит тут? Я ничего не делаю. Я не спасаю как-то людей, не поддерживаю их. Я вообще ничего не делаю. Я не рассказываю чего-то интересного. Я не разгребаю ваши какие-то психологические проблемы. Это мне надо разгребать мои. Вот. Поэтому я не знаю. Но если сидят, то... Не знаю, влюбились, наверное. Влюбились и сидят, что-то ждут, что-то хотят. Ну ладно, показываю. Шучу. Не буду показывать. Если бы была не нужна, то мы бы своими делами занимались. Ну, зайчики скидывают подарок в основной картине был у нас. Не скучай, ты супер. Иди направо. Не скучай, ты супер. Иди направо учись. Ты даже не понимаешь, как ты оскорбляешь меня, Платона, когда говоришь, кому я нужна. Получается, я Платон. Не взял, скопировал. Пацаны заднюю не дают, показываю. Не понимаю, зачем вы сидите, я ничего не делаю. Дураки какие-то, что ли, идите на турничке, потяните ваш массаж. Я так не говорила. Я так не говорила, ты офигел. Трэш. Я так не говорила. Я просто говорила, что... Ну... Если бы у меня была какая-нибудь возможность смотреть на такого же человека, как я бы не смотрела его. Ну, я себя не люблю, ну... Мне не нравится. Все. Я бы там лучше, я не знаю, французский бы учила. А кого ты смотришь? Я никого не смотрю. Я вообще никого не... Ну ладно, я на ютубчике смотрю там Ренату Раевскую и натальные разборы. Вот. Как на прошлом столе прикольно было, интервью брали. Ну да, было прикольно в моменте. А потом перестала все ловить и постоянно были стримы. Ну типа там 4 стрима подряд вот так были. На стримах ты сидишь у бабушки Олин. Не, я, кстати, я зафоловилась, ни разу не сидела. Вот. Дед пес не понравился. Ну, прикольно. Хорошо, что он хотя бы не начал ругаться, а просто посмеялся. Вот. Было прикольно. Но я ведь тоже вот... Я очень быстро расстраиваюсь. У меня самооценку нужно как-то вот, ну, стабилизировать чуть-чуть. Вот. С тобой прикольно, но ты не выкупала. Ну да. Ну да, я же люблю, когда меня называют чмом, там типа, что ты творишь, фу, ты кринж. Я же ведь это считаю за прикол. Ну да, прикольно, прикольно.
Ну, я нет, я нет. Мне такое не нравится. Ну, я расстраиваюсь. Вот. Я потом, я на серьезных вещах, я думаю, ну, я, у меня же, ну, типа, у меня нет друзей и нет опыта там общения на Твиче. Я на Твиче, вот, я зашла, с кем-то пообщалась, а потом меня начали все хуесосить. И все. Я думаю, ну, блин, если так много людей, так много плохого пишут про меня, наверное, это правда? И все. Вот. И я это каждый раз говорю на своих стримах, и каждый раз мои чатерсы расстраиваются, потому что они пытаются донести на меня, что на самом деле это не так, типа, зачем ты про себя так говоришь и все такое. Ну вот, ну я не могу, сама я возвыситься в своих глазах, я не могу. Я вот как считаю себя, вот, ну, не очень, так и продолжаю считать себя не очень. Я, наверное, стану очень, когда я буду там... Не знаю, либо там, когда я стану супер богатой, либо когда я буду супер успешной, или когда у меня, я не знаю, там онлайн будет косарь. Я не знаю, что со мной должно произойти, чтобы я начала думать, что я, ну, нормально. Вот. Либо когда у меня будет миллион знакомств, миллион друзей. Вот, а так, не знаю, что должно произойти. Ну, пока так. Пока вот так. Вот. Низкая самооценка. Ну, но я так живу. Любишь музыку? Иногда. Верь дальше таким людям. Чем больше человеку говоришь, то, что он свинья, тем больше он будет рыться в грязь. Ну да, спасибо. Этот вещь здесь, к сожалению, так. Ну нет! Нет! Не у всех девочек-стримерш на второй месяц их стрим-карьеры лютый хейт. Не у всех. Типа, окей, если бы я там прям сделала что-то, вау, какое-то прям вообще трэш, но если я просто существую... У тебя вообще друзей нет? Ну, у меня есть одногруппницы две, с которыми я общаюсь. Есть подружка, с которой я вижусь раз в 4 месяца, наверное. Ну вот, в прошлый раз мы на Новый год увиделись. Вот, и еще когда в Аптекарский огород ездили, тогда я увидела с ней. И все, наверное. Точно, мы с тобой про письки же и общались. Ну да, конечно, это мы с тобой. Не у всех тут же месяц и карьера онлайн 100 человек. У меня не было 100 человек. Но я есть... Я и не хотела 100 человек. Я думала, я, ну, типа, постепенно, помаленечку буду, чуть-чуть там расти, может, кому-то кто-то смотреть будет. Я там буду им рассказывать, там, типа, девочки, я сделала покупочки, сейчас вам покажу. Вот. Ну, или там какие-то кринжовые истории, как ко мне подкатывал работник Сбербанка. И все. Ну, я не хотела, чтобы было так, как было. А, Альфа-банк, точно. Я уже забыла. Как он подготовил? Да я не помню, это было в феврале. Есть вещи, в которых ты уверена на 100% в хорошем смысле? Наверное. Что-то было, может, не помню. Вот. Ну, в чем я уверена, что... Не знаю. Забываешь свою же жизнь, ну ты Дарья даешь. У меня вопрос. Ну, так а что там запоминать? Как он просто за мной, типа, шел? Там ничего интересного нет. Он просто спросил, типа, вы модель? Могу вас устроить. А потом просто бродил за мной со своим этим чемоданчиком.
Альфа-банковским. И все. Я жду. Чего ты ждешь? Кринж. Спасибо за фоллоу. А много ли событий в жизни, которые тебя так сильно потрясли, что ты периодически вспоминаешь их? Сколько хороших, сколько плохих? Да. Неважно. Неважно. Да боже, зачем мы начали грустить? Зачем мы... Я и так грущу каждый день, так что давайте хотя бы на стриме, я не буду сидеть и, ну, там, рвать. Вот. Я это и могу сама. Я эти, с этим я могу справиться сама. Вот. Так. У меня завтра, блин, у меня завтра только две пары с одним и тем же преподом поганым. Я из-за того, что не ходила полтора месяца, а пыталась восстановиться в вузе, я пропускала пару. Вот, я не могла ходить, и он меня из своего списочка студентов вычеркнул. Я думала, ты офигел, дед? Ты что? Ты что удумал? Я... Лучше всех контрольно написала на нашем курсе. И ты хочешь меня просто взять и убрать из своего списка? Он это, конечно же, сделал. Я ему это не прощу. Я буду ходить на все его пары, даже если это не наши пары, и мстить. Знаете, что он мне сказал, когда я ему, ну, у него спросила, типа, а почему вы меня убрали из своего списка? Меня же уже все, меня же уже... Он такой... Я на пары хожу каждый день. И вас я вижу в первый раз. Что? Ты меня хочешь сказать, за 3 года первый раз увидел? Ну, я в шоке была. Вот, и он сказал, типа... Вот когда вы восстановитесь в моих глазах, тогда я и восстановлю вас в своем списке. Я думаю, вот ты тварь. Вот ты тварь. Я теперь постоянно хожу на все его пары, даже если у нас пары это... Даже если у нас расписания этих пар нет, я все равно на них приду и буду сидеть вот так. Я наблюдаю за тобой. Только попробуй сказать, что не знаешь меня. Я слежу за тобой. Я знаю, где ты живешь. Знаю, как зовут твою жену. Знаю, как зовут ваших детей. Знаю, в какой садик вы их ведете. Знаю, где вы по пятницам покупаете воду. Знаю, что ваша жена любит шоколадное мороженое, а вы клубничное. Я знаю про вас все. И только попробуйте сказать... что вы не знаете, кто я. Вот так я ему скажу. Конечно же, я так не скажу. Я засу. Он мне скажет, вот что вы тут делаете. Я скажу, ай, я ошиблась кабинетом. Пока. Вот так будет. 100%, 100% так будет. Всегда так было. Я уже 2 раза попыталась, 2 раза так было. Да. Я вас не знаю. Блин, Алекс. Ну, знай. И в ТГшку ко мне подпишись. В ТГшку подпишись. Да. Самое прекрасное зрелище, которое я когда-либо видел. Google Translate. Супер. Твои слова... Да еще в этом луке звучит довольно страшно. Ну, то все, бойтесь меня теперь. Я за эту улицу! Интересная дуальность. Ты в некоторых моментах высокого себе мнения, а в некоторых нет. Ты низкую самооценку своей внешности, компетируешь высокую оценку своего ума в уме. Нет, я просто выпендрожничаю, чтобы вы не думали, что я, типа, ну, что я постоянно себя ненавижу. Ну, чтобы вы думали, что, ну, это не всегда происходит. Я могу шутить. Если вы ответите, я не пойму, поэтому я это сказала. Круто! Good! Окей! Okay.
Google Translate. Да что она от меня хочет? Тебе нравится быть лучше? Я пытаюсь, у меня не получается, потому что я глупая. Вот, но я пытаюсь. Но пытаться и быть — это чуть-чуть разные вещи. Я всего лишь пытаюсь, всё. Вот. Значит, что? Значит, ты любишь себя, ура. Ой, не та фраза. Может, ты просто на чувствах играешь, эмоциональный вампир, говорю, как сильно тебя хитишло и кучу комплиментов. Нет, 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 нет. Нет, я на стримах, ну, часто себя вот так вот, короче, не люблю, так скажем, вот. И я вижу, вот, например, пишут, типа, ты успокойся, ты хорошо выглядишь, все такое. Я такая, ну, у меня просто мимо ушей вот так проходит, и все. Потому что я знаю, что я нехорошо выгляжу, вот. Ну, просто, знаете, на плохие какие-то слова в свой адрес все люди реагируют остро, чем на комплименты. Вот. Остро не в плане вкуса, типа, как остро, а в плане, ну, типа, 20 человек сказали, что я не урод, но ты сказал, что я хуже. Объясни, почему? Ну, типа, сразу внимание идет к этому человеку, вот. Так что, не знаю. Я не могу сказать, что я напрашиваюсь на это. Я... Нет, потому что... Ну, я не чувствую себя так. Я... Ну, если даже если мне, не знаю, сразу одновременно человек 30 будут говорить об этом, я подумаю, что, наверное, сговорились. Это какой-то стёб... Коллективный стёб надо мной. И все. Вот. Ты глупая. Спасибо. Она точно не энергетический вампир. Да ну нахуй. Тебе же одно 10 баллов из 5 поставили. Вообще-то было 15. Но это был уже следующий день. Какую бы ты хотела свадьбу? Понятия не имею. Я 4 свадьбы смотрю, но на себя не воспринимаю. Ты выйдешь... Это не комплимент, не лезь, просто констатируй факт. Ну, это красота объективная штука. Для тебя хорошо, для других плохо. Неуютно в собственном теле? Возможно. Все воспринимаю, да. Я Степа, привет. А, я Степа, ничего себе. Ты себя в зеркало видела вообще? Да, я видела. Каждый день вижу. Привет, я Степа, твой единственный зритель. Спасибо. Тут еще зависит от того, кто говорит это. Если сказал какой-то давно знакомый человек, то будешь долго от этого ходить. Например, если мне скажешь на улице, что я дурак, я вообще реакцию не дам. Ну, блин. Ну, вы не забывайте, что в 19 году я была влюблена в мальчика, который сказал, что я не очень. И который вообще поспорил на меня. Вот. Поэтому, ну, как бы, ну, кофта крутая. Спасибо, я Степа. Я Степа, ты Степа, я Степа, ты Степа, я Степа, ты Степа, я Степа, ты Степа. Я Степа, ты Степа, я Степа, ты Степа. Да-да-да-да. Я Степа, ты Степа. Да-да-да-да. Я Степа, ты Степа. Какая стопа? Я Степа. Я Степа, ты 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 Степа. Если бы я влюбил... Я уже не могу читать нормально. По итогу он спорта выиграл, нет? Если ты была в него влюблена, значит, он был красивый, и тебя по факту. Окей. Окей. Спасибо за... Что вот ты мне написал? Вот что это?
палочка, осьминог, рыбка. Нет, это конфетка с фантиком. И F. Что за F? Что за F? 5 лет прошло. Ну да, кстати, да, 5 лет прошло. Блин. Да, поэтому, мальчики, вот, ну, которым, я не знаю, меня такие вообще смотрят, нет? Ну, короче, юные мальчики, которые, ну, бабники, не надо так делать, вот. Потому что если вы будете издеваться над такими же, как я, они потом до 20 лет не будут влюбляться в мальчиков. Ну, бояться влюбиться, потому что, ну, блин. Неприятная ситуация. Спасибо за фоллоу. Вот. Загонял в центр, подарил цветы девушке. Больше всего эмоций, счастья было. Ну, круто. За 20 лет не будет как хорошо, что тебе скоро 21, и ты пойдешь влюбляться. Ну хорошо, в 21 пойду влюбляться тогда. После этого случая всем парням теперь не доверишь? Конечно, господи! Ну нет, я пыталась, но что-то вообще не зашло. Вот так вот. Что-то не зашло, что-то вообще, ну, не очень. Вот. Когда последний раз парень дарил цветы? У меня нет парня. Ну, если да, ну, в плане, типа, парень это мужской род, то мужской род. Ну, доставщик, наверное. Ну, не то, что доверять, ну, мне просто не нравится человек, все. Ну, просто у меня чуйка на абьюзеров только работает, все. То есть, ну, я влюбляюсь только в таких. Вот. Но нет, на самом деле, я таких не влюбляюсь, потому что такие мне испортили жизнь. Вот. Ну, не знаю. Милашки нравятся.